Свои поздравления президенту адресует и творческая интеллигенция страны. По словам деятелей культуры, прошедшие выборы – яркий пример доверия народа. Казахстан не только приобрел авторитет в мировом сообществе, но и стал неоднократным победителем международных творческих конкурсов. В стране много внимания уделяется всестороннему развитию культуры, в том числе талантливым писателям, ученым и поэтам. Только в прошлом году на выпуск научной и художественной литературы из бюджета выделено 2 миллиарда тенге. Мы верим в него, верим в его силу, верим в его честность, верим в его возможности поднять наш народ на ту высоту, на которой мы сегодня находимся, и еще хотели бы и дальше подниматься к тем вершинам, которые действительно сегодня являются приоритетными для нас. Благодаря указу президента выпуск научной и художественной литературы стал финансироваться государством. Ни одно произведение талантливого писателя не останется незамеченным. Имя Елбасы очень тесно связано с Казахстаном. На сегодняшний день мы являемся барсом Средней Азии. Мы являемся сегодня одним из тех стран, с которыми считаются многие страны, все страны. Есть единство. Есть мир в нашей стране, и это очень важно.